В Серпухове в праздничные дни прошло немало спортивных мероприятий. Поклонники активного отдыха состязались на стадионах «Труд» и «Спартак». А на площади Владимира Храброго состоялся турнир по стритболу. 30 команд юношей и девушек соревновались на нескольких площадках. Преимущество и демократичность стритбола в том, что не нужно собирать большую команду. Достаточно 4 человек и уже можно играть. Играть можно в любом месте. Разметил площадку, есть баскетбольное кольцо, пожалуйста, играй. Правила, естественно, как и в любом виде спорта, есть. В основном в состязаниях приняли участие воспитанники баскетбольной секции детской спортивной школы. Всего на площадках за призовые места боролись более 100 юных спортсменов. В этом году в турнире активное участие приняли и девушки. Число занимающихся девушек у нас больше стало в детской спортивной школе. Начали мы их тренировать, выезжают они на соревнования. Это приятно, потому что девчонки тоже должны заниматься спортом. Очень активная игра, все взаимодействуют друг с другом, командная игра веселая. По итогам игр победители в каждой возрастной группе получили медали и грамоты. Ну а все юные спортсмены – прекрасную возможность активно и с пользой для здоровья отдохнуть в праздничный день.